Вопрос о выборе детской коляски для новорожденного встает перед будущими родителями задолго до появления малыша на свет. Она должна быть комфортной и удобной не только для ребенка, но и для мамы. Мы расскажем об основных видах детских колясок и о том, на что нужно обратить внимание перед покупкой. У колясок есть два вида различия. Это модульные коляски и коляски-трансформеры. Модульная коляска – это когда меняются на шасси модули. Это блок для новорожденного, прогулочный блок летний, ну и некоторые есть коляски 2 в одном, это вот, или 3 в одном, это где автомобильная люлька, это называется модульная коляска. Коляска-трансформер, здесь никакой блок не снимается, здесь единственное, что регулируется спинка, положение спинки и регулируется подножка. И получается так, что вы в одной коляске возите две, это и для новорожденного, и прогулочный блок потом из нее делаете. Вот. Чаще всего сейчас популярны, конечно, коляски модульные, потому что все-таки вес этих колясок, он меньше, чем трансформер. Практически все современные коляски снабжены москитной сеткой, дождевиком и сумкой для мамы, в которой с легкостью поместится все, что нужно малышу, например, для похода в поликлинику или в гости. Когда мамочки уже устают от тех колясок, подходит там весна-лето, дети подрастают, переходят вот на такие прогулочные коляски. Самая, конечно, легкая коляска – это коляска-трость. Тросточка складывается, вот именно прям, она поэтому так и называется, она прям складывается в трость. У нее специальные есть ремни такие на плечо, и папы коляску эту могут переносить. Это облегченный вариант. Более серьезные коляски – это коляска всесезонная. Это вот такая, допустим, да, коляска, где уже более посерьезнее рама, помассивнее, покрупнее колеса. Колеса тоже поворотные, создают удобство в езде. Колеса, когда не нужно, чтобы они, допустим, так крутились, они фиксируются. Это там в грязь, в какую-то непогоду зафиксировали, все, коляска у нас едет прямо. Эта коляска, она складывается книжкой. Конечно, занимает уже чуть побольше места, и на плече ее уже не понесешь, допустим, как тросточку. Но зато на этой коляске можно ездить, ну, до минус 5 градусов. Пандусы у нас городские, они все рассчитаны на расстановку вот этих вот колес, вот. И если у нас поворотные колеса, некоторые говорят, по пандусу неудобно въезжать, то ну, на четырехколесной коляске, где стандартная расстановка колес, четыре колеса, там спокойненько мы въезжаем, да, по пандусу, то этими колясками просто мы въезжаем вот этими колесами. Вот. Самое главное при выборе детской коляски, чтобы все важные функции были просты и понятны в использовании. Тогда прогулки на свежем воздухе будут приятны не только малышу, но и его родителям.